Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Благодарим Тебя, Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Достойно есть, якого истину блажите Тебе, Богородицу, Преснобоженная, Пренепорочная, Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшего истинно Серафим. Без исцеления Бога Слово рожившую и сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей, всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо сии человека любец. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавого, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверз за уста мои недостойные. Восхвали имя Твое святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди, вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигни еси, Господи, умы просвети сердце, усни мои отверзи, во еже пети Те, Святая Троица. Свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, ика его же деяния обнажатся. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие рая Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешного раба Твоего, но человеколюбствовал еси обычно, и в нещаянии лежащего воздвиг меня еси. Мое же утренните, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему.
Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Прости Бога мне, святой угодник Божий Игнатий, усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику, молитвеннику о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила есть и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнаго животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Лариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть. Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и иногда еще священник, если угодно Тебе, смири, Господи, власти и воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. Научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, когда погибнет третья часть человечества. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Благослови, да будем благословены в этом дне. Спаси и сохрани нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там. Андрея, Игоря и Серафима, Владимира, обрати и наставь, Людмилу, любовь. Владимир, Алексей, Иосиф, опреши добрых жителей с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Оливкину. Расширь пределы в общем, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Валентину, Надежду, Наталью, Анастасию, Евгения, Ромеро, Михаила, Нину, Анну, Юрия. Найди, Господи, благослови. Тебя бы уповает душа моя, и помилуй нас. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Возри на угрозы врагов, умещи сердце их. И в судный день не помяни их безумие. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. Я от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, избави, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Благослови благодетелей наших, воздаем добром Елену, Людмилу, Нянилу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети болящих, дай силу все перенести. Благослови, Христе Боже наш. Слава Тебе. Благослови, Господи, помилуй Валерия, Илариона, Кирилла, Надежду, Владимира, Татьяну, Татьяну, Валентину, Марию. На Тебя поуповает душа моя, и помилуй меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, путешествующих Раису, Льва, Виктора. Сохрани нас от всякого рода зла и греха, и в этот день. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Сохрани это наше сокровище в интернете и трудящихся здесь. Ты знаешь, Господи, спаси, помилуй и благослови.
Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей, родителей, сродников, благодетелей, Сергея, Тамара, Наталью, спаси их и помилуй. Да будет весь день благословением, прославлением Твоего имени, чудных дел Твоих, Господь и Бог наш. Слава Тебе! Аллилуйя! Спаси нас и сохрани от всякого рода зла и греха. Ты, Господи, наводишь страх на грешных людей. Они боятся даже лицо показать свое. Грешники прячутся от Тебя и от людей. Но в судный день все предстанут открытым лицом, и никто не сокроется от Спасителя. Ибо суд называется страшным и последним, неподкупным. Аллилуйя! Ибо всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал человек, живя в этом теле, доброе или худое. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос взял грехи всего мира на Себя, чтобы мы, веруя в Него, получили спасение. Ты послал учеников и сказал: проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть вместе с сатаною брошен в гиену огненную, где плач и скрежет зубов бесконечные веки. И смех ваш да обратится в плач, и радость в рыдание. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Господи, это место, где Ты позволил нам быть сегодня, это Содом и Гоморра. Страшные грехи совершают люди, показывают свои органы непотребные, совокупляются, безумствуют, не ожидая Твоего суда. Человек, не знающий Тебя, подобен скоту бессмысленному, и он не знает, для чего живет. Помилуй нас, Боже, помилуй нас и благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Доброе утро. Вы хотели что-то спросить? Вас не слышно. У нас пока ночь. Ночь, а у нас день. Это Барнаул, Алтайский край. А вы старовер? Из староверов. Но мы в этой церкви ходим, официальные, открытые, патриаршие. Так, минутку. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи.